Добавим сухо. Вау, как круто. Помаши мне, Арсюк. Почему у многих не получалось, например, тренировать? Ну, не знаю, может, я еще тоже не научился. А в спорте папа, там, снова, ну, давай. То есть на льду это у нас четкий спортсмен. Для меня, да, для тренера он сегодня катался достойно. У нас небольшая есть травма. Что страшно, но сегодня с ней справились, кстати, потому что сегодня тренировка была. Переживали. Но справился. Вот это важно, что спортсмен должен перебарывать травмы, перебарывать недомогания. А Арсений, ты даешь какую-то разу раньше? Что ты ему сегодня говорил с публикой? Ну, а как ты поддерживал, может быть, во время репетировал? А вы думаете, что он репетировал, Арсений? Нет. Ну, хотя бы лёд попробовать. Нет. Арсений мне это профессионал, зачем? А сколько осенью с времени проводит дальше? Каждый день. Два тренера по выходной, естественно. То есть вы на равных, получается, тренируете? У Арсения одна тренировка, у него две. Завтра, да. Готовишься к подарок и можешь приоткрыть.